Новая карта, вот эта вилла и парабеллум, это в матчмейкинге или пока в обычной только игре? Мейкинг. Парабеллум это просто сезон называется. Карта вилла. Маркиз. Ну похуй, мы же все равно играем сигнатуху нашу. В твоей петушиной апатии с плюханом я не хочу, сори. Ты против плюхана, да? Айс токсик, конечно. Походу Ирл. Походу вы двое новобранцев с Игорем. Да, странно, что кабач из этих. О, ребят, привет. Здорово. Даже не это. Маэстро. Хил опять вдонил. Бабок. Не стыдно? Так у меня же тот самый. Как это по-русски? Компендиум? Да. Ну, типа компендиума, да. Ну, дела. Ну, там по фасту, да? Прибьете? Чего? Да, да, по это победная. Мне похуй. Выиграем только по фасту. Бля, я даже не знаю, тут раньше там доки ебашил, но теперь доки работают без счета. А, блядь, это моя любимая мапа, на пизда. Как он не работает? Зато вот, есть у новобранцы щиты, давай соединим щиты. Новобранцы реально. Ау. У маэстро пулемет без задачи с акогом. Пулемет без задачи с акогом, прикольно даже. Там килл, ну для тебя так. Ты же любишь акоги, толстый персонаж. А, у меня еще одно крепление только. Да, я забыл. О, люблю смушки поебашить. Осталось 10 секунд. Фермадлав, ладно, я... Парни, может тут заделаем? Я сейчас падаю на точку секунд. И лежу, не въебусь. Эй, тут стенку-то что никто не заделал? Ладно, понятно. Я бы заделал, но, блядь. Противник не должен обезвредить надо убрать. Взрывчатку. У меня лапки. Не задел. Ну, ты чё, сколько порошь сама? Вот, я стенку показал вот эту. Игорь. Че? Обе дела. Колюшку поставил. Колюшку поставил. Что вообще ничего не заделал, если че? Ну мне. Я в толчке там заделал одно это все. Больше не могу. Ты спаун киллишь с новобранца? Стена укреплена! Нет, нет. О, там есть, кстати. Поднимся на мед. Че за бабах? Крышу пробили, да? Бабах. Угу. Крышу пробили. Майнхоли еще еще. Бежал. На лестнице тип. На какой? На той. Стрелял со мной. До свидания, блядь. Twitch TV. Так, нашел заряд. Мама, я стрелял. Это, блядь, новобранец сын нуля. Машинка заехала на плант. Один на кафешке. В кафешке один. Это хибан в кафешке. В левом углу. Кафешка это что такое? Ближний. От собачки. О, это мой уровень. Все, я понял. Пивочку а тебя... можно ебать. Пивочку отсможешь, не пизда. Ну ладно. Что значит в левом углу? В левом углу, в левом углу. В левом это значит слева. Значит слева, когда смотришь на лево. А я делал, где он? Где вообще немножко. В окне ласт. Где он, Мин? Куда я знаю, где он? Ясно. Задание выполнено. Легкое новобранство. Как объяснить это место? Дефолтное окно или как? Опа. Ты хотел этот самый? Да. Плент разъебать? Я не смогу же до кнопки поменять, пока мы играем. Почему можешь? На клавиатуре можешь представить. Несколько. Походу чисто это. Только в эту игру играл. Как же он рофлит. Как же он рофлит, реально. Я просто цензура душил, он устал. Какая цензура? Блин, или там нет? Я просто ни один не смотрел. Там в интернете невозможно смотреть. Качество просто. Ау. Ты готов бегать по новой карте и нихуя не понимать?
Да, я привык, я всегда так делаю. А что там? Зато башню убрали из рейтинга, ты рад? Пошли нахуй, я забыл башню. А новое слышал приятное, нет? Какой-то дом типа. Да, да. Она приятная, но там очень много коридоров и дверей. Да, сыграть 3-4 раза и все нормально будет. У нас 3 Сноу есть. У них... А, это Элла. У них капкан. Сноу тоже есть. У них на первом еще кто-то бегает. А, лабы что ли? Ну ладно. Да. А еще за прострел? Да, она вообще тут знала. Опасная женщина. Начнем через 10 секунд. О, Джен Сноу побежал под дефолтное окно ставить растяжку. Ну не, растяжка капка. Да. Деактиватор снова луна. Найдите заряд и обезвредите его. Пикни фарму. Осторожно, там все равно спаун. Снайп модеры. Снайпер, как говорится. Вот оттуда. Пшина. Старым добрым. Все верно. Бывает сумится быстро. Там вообще есть кто-то? Не знаю, просто тачка чек, здесь чё. Эй, детка, а, дай мне огня. Никого не обнаружил. Зачем наркотики? Камеру не могу смолкнуть, если хочешь. В туалете есть чё. Понял. Кидывай смокатик. Тут та какая-то. Это чё за дыма? Это для нашего глаза, я так понял. Я сейчас так не работаю. Эй, я и так всё вижу. Справа есть за стенкой. Ты бы, ребятки. В туалете, кстати, слышал. Да, вам меточка. Интересует? Очень. Ты Эл или... или Док? Хан пидор. Он меня замутил просто. Там справа, кстати, я в другое место перебежал вообще. Где в туалете ты чё? А, понял. Не, он убежал, убежал с туалета. Чё. Бля, он там так стоит. Джимсон справа самока накидывал. Дом. Ну проходи, говно. Чел-то у нас тут. Тихо. Где они в наркотиках просто. В основном? КЗ, где еще один? Я могу Пент? В туалет оглядывать. Элла идет, Мизиксо к тебе идет, Элла по лестнице, которая рядом, ближняя к тебе. Сзади тебя. Так Игорь да, там вроде. Тихо. Вот сзади. В живых один противник. Так я говорю, Игорь там. В туалете. С собачками. Отличный раунд, ребят. Уничтожила врага. Я покрался в хороший шаг. Лучше не смотрите на последний фраг. Ну, нормально, нормально. Нормально что-то. Там главное, что убил. Чуть легчайше вообще лунопарк, конечно. Чего выбирать? Наркотики? Лаборатория? Котики, наркотики. Да, помню, тут были приколы. Хочу попробовать это самое. Того самого. Кого? Голограмма. Блин, надеюсь, забагается игра и можно будет за всех оперативников игры. Чё можно будет? Оперов играть. Новых? Да. Иногда багается игра и можно в катке играть за кого-то. К тому рейтингу. Только потом слетают все эти. Так у тебя же там вроде это самое. Чего не пытается было, кто бы жаловался. Взрывчатка обнаружена. Готов. Я тут за ней ходить. Батя, пики. Ты что, больной? Да, окно приоткрою. Нет, еще да. Кстати, надо еще накопить 25 тысяч. Ты чисто лучших берешь персонажей в мире. А у меня три этих хуйни. Нихуя. Да, три. Братья жара, я ебал. Понимаете? У вас жарко, серьезно? Да. Ну я окно просто закрыл, и поэтому было жарко. У нас тепло, конечно, на это, но... А пошел ты нахуй? Ой, я чё-то штуку сломал. Кажется, твою камеру игры сбалдил. Ладно. Кто броню взял? Я взял. Враг обнаружил взрывчатку. Приготовиться. А тут у нас стен нет, не хватает. Нормально? Где? Там. Одна или? А, понял.
Не, я только одну могу. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Так вы тут нафиг-то закрыты. Добрый еще вечерочек. Спасибо большое за донатиц. Хлеб на улице. Там все тут сели. Фига. В этом пункте. Угу. Пометь. Где эти псы? Серьёзно? Сломали. Бля, это пинг такой хреновый, то что я его не вижу, или он реально не выходит тут? Ладно. Надеюсь, его просто не было видно. Ну высунься. Девочка. Там это борода. Есть еще инфа где? Где-то пилят. Там же, там же. Наверху. Справа есть еще. Он справа или слева? Нам сломали крышу. Ну вы же скажете? Вот тут. Скажете, если кто-то спрыгнет? Я шипов накидал, кажется, скажу. Машину. Машинку у нас. Бля, меня смайна. Не могут разъебать? Пойдем. Расстройся, если меня разъебут. В мейне есть, по-моему. Там же не свой ходит. Один враг еще жив. Нет в мейне. Значит, на втором этаже ласт остался, где еще ты? Вон, по-моему, ступеньки. Никого не вижу на втором. Коза где еще? Кто-то шпилил наверх. Как гляну, Игорь, если что, подхилишь. Да, есть на улице. А где он там? Блять, слева. Это все минует, что ли? Вроде и похуй. Спасибо за подписку. Давайте на реакцию. Просто сейчас увидите, вы офигеете. У тебя реакция или у него? Мангуста? У него, у него. А, да, хорошо. What the fuck, что он там сидит вообще? Я думаю, он переживал насчет того, что прям над ним я стоял, ну и палился. Ну, палился? Типа, сидит парниша. Ну ему же там на весь экран же, да, что там типа враг снаружи всех. Спасибо, Зрисабыч, Банан Фон Ринг. Ну это мой уровень, вот это деревянный, Игорь, чуваки. Ну да, я чувствую. По ним видно. Ты берешь, Игорь, своего этого чела? Какого? Ну, Бранс? Ну да, наверное, беру. Да. Вот, нет, для... Ох. Нужно отыскать заряд. Вот обнаружил взрывчатку. Где? Наверху? А я разнообразие это самое. Вот. Ой-ой. Собака. Что за тень была сейчас? Чейси. Это я что, же сейчас ставлю и накажу тебя. Серьезно? Тебе не стыдно? До начала 10 секунд. Да ну не верю. О, у них пульс есть. Какой еще манкинг? Это не тут. Это не по адресу. Пульс под дефолтным плейфет на кухне. Ваша цель — обезвредить заряд. Берегайте стрим снайпинга. Ну-ка, стрим снайпер, ты что, реально берегайте? Серьезно, охереть. Вот собак. На кухонке пульс был вот там. Есть то? Смотрю. Большой брат следит за вами. Не, нет никого. Блин, в КП нет. Где-то пульс полз, не знаю. Тут близко, вон, показал. Бачка, у тебя близко чем?
Эй, можешь, могу смока накинуть, надо? Игорь, я тебе свечу, всю хуйню. Какую хуйню, блядь? Там еще один. Сейчас на точке подсвечу, если найду кого-то. На Б точке в углу сидит чел. И стена сломана между А и Б. Каверу. Каверу вот здесь. Сменю магазин. Третий подсветил, типа, сидит. Вагона Каверы до сих пор. Дрон готов. Эй, детка, дай ему огня. Отмечу цель. Ладно. Каверу, да, вагон. Тот самый левелинг был от чувака или... Каверу подсвечил. Я в туалете был. Может, пусть. Там в вагонах. Игорь, ты зря. Чё? Ой, я тебя забыл. Туалет. Ой, я не буду его убивать, короче. Я ему смока дам. Видите? Да, блин. Дай ему огня лучше. Убейте его. Я нет. Все нормально, ребят. Противник устранен. Задание а выполнено. Куда делся вот сюда чел в углу? Чё, ничего не понял. Который новенький. Как там выебался? Не благодарить. Да? Я про противника говорил. Ничего не слышу. Не пизди, да. Чисто MVP нул на парке, которого я рот ебал, блядь. Это место я занял, нифига ты что. Да, в последнем раунде разъебал. Когда же пакет тогда зал? Минус хил? Ну да, сейчас это самое, киньте приглас кассу. Я пойду отдыхать, завтра дохуя дел, пиздец. Хуёво, когда дохуя дел? Конечно. Особенно плюс, если плюс. Они начинаются в пол девятого утра. Фиолетовые. А что делать, если через три дня мне вставать в 6 утра? А я сейчас, блядь, по ночам сижу. Ну, можешь водку пить начинай. Вот. Не, мы в Москве нормально прокладывались. С Вовой? Не, с другими ребятами. Игорь, ты так и не сказал. Ау. Бургеры в Москве лучше, чем мясная лавка? Нет, конечно. Но я в Москве что был в Burger Heroes и в Black Star. Но Black Star мне больше намного понравился. В Heroes вообще что-то пиздец какой-то был. А в Black Star хотя бы сочные они были. Первая игра, сразу карта, которую я ненавижу всей душой. Ну, серьезно? Все равно хуже, чем мясная лавка. Ну как да. Ну, хотя мне мясная лавка не особо... Зашла, но в Москве что-то вообще пиздец. Так, а чё? Это третий этаж, да? Ну тогда пока. Пока. KFC сейчас хот-дог продают. Какой хот-дог? Там всегда продавали хот-доги. Мысли в KFC? В KFC. Всегда продавали хот-доги? Да. Не было такого. Чего, блядь? Всегда покупал. В смысле? Он там ещё с огурчиками такой, типа с этой... С горчичкой. Не? Да. Ну. К обороне, не дайте твистер врагу будешь? Пройти. Нет, чего, твистер, блядь, именно хот-дог это. Но с огурчиками и с этим. Ну, месяца два назад я точно ел. Найс, конечно, там. Ну, сори, у меня просто город продвинутый. У меня что-то не особо сосиска зашла. Но она там типа куриная какая-то. Но она куриная, с специями. Даже не сосиска, я бы сказал, это. Так, а мы, давайте мы... А, ты хочешь тут это? Блядь, давай я тогда это делаю тут. О, смотри, где это говно. Игорь, не надо. Игорь, не надо. Потому что я вон там окно поставил. Ну вот по тачке попасть. Да, Диман, ты это делаешь, что-то не надо? Остановите его. Шестинку поставьте мне. Ну ладно, давай, ладно, пофиг. Батя, молодец. Тихо. Подглядывайте мой конёк! Меняю магазин! Активирую датчик. Стоп, погодите, эту карту переделаю или мне кажется? Нет. Ой, на лестнице тут, чел прям... тут. Батя на рак, конечно. Ух, нихрена себе, чё пошёл. А, я понял. Думаешь, это какой-то паренёк?
Мне просто сквозь стену дали. На лестнице чел есть. Игорь, вот здесь на стенке люди бегают. Да, я видел их. Если сможешь... Так а чё смогу? Ты чё? Не, на другой лестнице, там где сверху пробить можно. А, я дробовик, я понял. Серьезное заявление. Блять, я за пульса играю. Так сказал, как будто... Юмпи говно. Датчик активировал. Тут есть чел. Ух ты. Активируй датчик. Курительный есть. На лестнице здесь сидит. Сейчас все тут окно, а понял. Окно. Перезаряжаю! Да ладно, ебал. Датчик пульса активировал. Ты же видел только что, нет? Кого я видел? Где, где, где? Есть в пункте? Она уже в пункте. Нет уже. Где? Бля, я нихуя не понял. Меня сверху разъебали вообще за дырки. Да. Бля, я думал, они уже отсюда зашли, типа в плент прошли. Один оперативник жив. Диман. Душителем еще, блядь. Диман, тут чемпион. Там уже все на пункте. Наверху один, два. Ага, один в отметку даю. Бежит, бежит туда же, где ты убил. Метку даю. На А. На. Пешок. Сидит. Прибегает. Плейс, 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 на этой точке, на этой точке, постреливай. Кидай. Не, не кидай, не трожь. А, ну ладно, кидай. Она что-то задумалась резко. Пойдет. А цветочек выжил. Цветочек жесткий. Что со звуками стало в игре? Что-то громко. А у меня я наоборот, о том же. Как-то все тихо. Всякая вода, вот эта всякая параша, такая громкая стала. Водичка, водичка, вода. Ребята, что, по стратегии работаем? Возьмите деактиватор кто-нибудь. Да. Я нажимаю, накидываем смоки, я нажимаю кнопку, и мы делаем. Так. Можем? Нет, или... я так не играю. Может... Почему на очке? Я таком? Смоки накидываю. Я знаю, чем это заканчивается. Так не делаю. Игорь, может, надо хоть что-то занять, будет, если правильно? Вы пятером будете на крыше. Да, не получится, больше надо смоков. Я один на крыше. У меня два смока, у тебя два смока. А там этот самый. Тебя не смущает? Джаггер какой-нибудь. Ну да. Ну у меня-то 100% было. Там он есть. Джаггера. И бандит там есть. И мир. И мир. Или что-то. Или лисон, то what the fuck shit. Там есть Элла. Элла, да. А в чем мира не видно? What the fuck? Вот обнаружил взрывчатку. Вспомнил пикчу. На есть окно. Хотел просто сейчас спросить про миру и вспомнилось пик, что-то самое. Понимаете, о чём? С двумя кнопочками. Понял. Окно, окно, держи. Прошу, не стесняйся. Это его, да? Да, это его было. Я видел ее лицо. Шоу бандит. А, бандит не стоял. Понял. Так, точно. Да, там в это стоят. Я три накинул. Так это кончись взрывать. 5 секунд. Да, мне все разъебали сразу же. Ты машинку сломал что-то. Мою. Без патронов! Вы обнаружили заряд. На, никого нет. В кладовке есть мира. С правой стороны мира. В кладовке. Парень, я пошел. Межган там пёр. Есть еще кто-то. Блять, там пол сломал. Я ебу, блядь. Слышь, там мира стал. Ну, ладно, камера, ты не чекаешь? Я позвоню. Кого, блядь? Ладно, я чек. Есть еще. Есть. Два в кладовке. Отправлю дрон! Я ебал, че, да, такой? Бью.
Там окно типа и это самое. А, Вовы, там окно еще. Ну да. Там двое, а вот запрыгнул так. По инфе есть что? Ты в дерьмо. Мир упал. Один противник жив. А, у нас вот сейчас. Ясно. Он отвечал сейчас стоит. Не, ребят, можно за следующую не играть, как бы Димсон тащит. Че? Неправильно. За меня мир просто в смоку убил. Как же легко разучиться играть в игру с ним, блять, месяц. Шок. А я что-то одного не понял. Это мы пол сломали под этим, под окном или что? Пизди мне. Массажка в команде, наверное. Да, это я сама. Там колючка была. Блядь, я падаю, смотрю под собой, пол сломан и пытаюсь сбежать оттуда. Я тебе сказал, что мир справа в кладовке, но ты... Она меня смок убила, там смок был. Она фулл смок не убил. Не фулл смок был. Коза, я смотрел от своей камеры её. К обороне, не дайте врагу пройти. О, моя любимая точка. Ну ебись. Точка на месте. Враг знает, где находится заряд. Будьте начеку. Я на Б задел. Что такое? Таким обиженным голосом это сказал. Противник обнаружил заряд. Где к обороне? Заезд не туда. А вверх там бы задел, ребят? Или сипали? Ага. Да, я задел. Враг знает, где искать взрывчатку. Так, а тут его. Можно. А, ты окно решил разъебать, да? Ебать ты не прав, чувак. Димсон, а можешь окно с той стороны раздолбить? Да, можно. Дверьшка не мешаем. Не понял. Вот у тебя тоже тут завис кусок текстуры деревянной на полокна? Не, мне просто не ломается. Он да стой там. Это у меня сверху штука. Там же что-то ломает, вот тут, не? Вообще надо бы, кстати, ту стенку раздолбить полностью. Да, вот. Я в костел, сори. Какую стенку? Я могу хаеху дать. Ну уже поздно, тихо-тихо. Сейчас тебе раздолбится. Какой они страдает? На... в ресторане они. На нашем этаже. И в окне, за этой стенкой, у красной лестницы. Я его не убил, вот фейс. Вон на лестнице, внизу. Тут подсвечивает нас. Где тут бот? Может, дырки? Обнаружили. Это плохо. Ой, это кошка разбита, оказывается. Да, там чел есть. У нас на улице есть кто-то. Да-да, на улице есть. В окне я там В ресторане справа. Да, там Машка. О, здесь это, в ресторане. Блин, Игорь, уже в курительной. Там есть в окне чел, вот там. Чё мне могу посетить? Там двое в курительной. Хибана и Инг. К тебе пошла на лестницу, Игорь. Выебал. Там на Б на самом деле куча этих лежит колючек. Они хер пройдут. Она там лежит. Да, иди ты нахуй. Просто не умирает. Чё это за говна? Игорь, тихо, ты можешь по стриму убить её. Кого, блядь? У меня тут чел. Уже поздно. Эш идёт. Игорь сбежал. У меня чел! С лестницы, одна на лестнице. Тихо. Блять. Поражение. Обидно. Группа погибла. Ну их еще какая-то камера там была еще. Ну и Тима. Случай. Все нафидели. Если я одного своего взял. На
Остальные вообще никто никого не взял. И помалки. Я месяц эту игру не играл. Сами днями сидишь, небось. Так, они сверху въебали, да? Да, въебали. Окей, no problem. No problem. Нужно отыскать заряд. Ты, кстати, видел, Игорь, что новая Тесса выйдет? Да. Можешь играть? Да. Игорь, вот обнаружил, что нового не парим. Новый Тесс, конечно, буду. Но он выйдет, блядь, когда я состарюсь. Ты так парень. Докладываю, робот обнаружил заряд. У них хента есть. Хента? Как-то мог. Какие-то язык, которые... Поехали, если еще два дрона, типа, так. У вас еще 5 секунд. Ебанули, что ли? Годы убить не могут. Ой, я шейфил. Вы нашли деактиватор. Найдите заряд и обезвредите его. Не теряйте бдительность. Смотрите, тут окно разбито. Да, там может стоять челик прям на углу. Ты убил? Так и было. Да. Посмотрится видосик, а потом это. Получается, ты тоже смотрелся видосик? Я нет. Я другие видосики смотрю в свободное время. Димир окна. Сейчас сломаю выход. Дрон. Сломал. О, вам этого дали. Наверху никого нет, я 203 этаж проехал. Могу смог накинуть, а кажется, кто-то был. Давай, Сойкин. Девушка. Мира ехал на точке. Игорь, отойди, короче. Не трогай, отойди, Игорь. Ага, понял. Я могу накидать на этих флеш. Сломаю какую-нибудь. Ладно. Ты сломал. Эхо убил. Забей. Я второе окно пытаюсь сломать, подожди. Мира справа. Тёрка, у нас же некому пили, да? Мира, да, справа сидит всё ещё. Я могу смока накинуть? Кто же смока накидывал? Катрон. А ебать, окно сломано? Одно только. Только не подъехал. Собачка, который перестрашен. Катир. Пойнти, Игорь. Иду, пойнти. Сука, Игорь, ты молодец. А, большой. Понял. Ну ты спаунд киллишь. Говорю инфо. Еще второй сидит, ты не удалбил. Блять. Минус окно его. Бейте Миру, он прям за окном. Спасибо. Я понял. Это что такое? Выбьем этот раунд, это пизда. Вчера своего уебал, Игорь. Я тут при чём? Меня Диман уебал. Тебя уебали. Я снимал мистер. Жив один оперативник. Я понял. Заколебал. Фейс. Боже мой. Серьезно? Ковбой. Диман, не стыдно? Почему ты просто не присел и не начал планить? Так она бы меня увидела через эти, через колеса. Блин, да мы же смотрели, она подсвечивалась, можно было через стену убить. Ну, я и начал ее через стену убивать. Я смотрю, она бегает, ты ее не убиваешь, поэтому я встал и начал давать. Я не убиваю, потому что боюсь в тебя попасть. Так я сидел, ты не убивал. Ты не сидел, в том-то и дело. Не ври. Началось. Давайте разберемся. Мораль, сайт, ГГВП. Стоп, а чё? Какая точка? Бан. Опять то же самое, окей. Да, а может на не ломать окно, короче? Наверху. А как? Ну вот так. Чтобы они через него полезли, я их выебал из толчка. Можно не укреплять ничего на точке. Игорь, я сам укреплю. Это не поможет. Ну, ладошкой можно сломать окно и не умереть как. Ладошкой? В смысле? Не, ну я к тому, что... Ну, блядь.
Не надо. Типа это такое, это не роляет вообще никак. Но они просто туда не полезут, это психология. Если окно разъебано. Да, я так, я их разваливаю, потому что они там стоят, а я сиху накидываю, поэтому я типа так делаю. Врагу известно, где заряд. Блять, тут видишь, заехал к нам на точку. И щит. Ой, щит, говорим. Убил ты че? Стенка одна есть, понял. Куда? У меня нет больше. А, не, не надо, не надо. Куда син? Да не надо, не надо. Осталось 5 секунд. Ебать, ты как-то исполняешь. Ты снизу будешь или что? Враг обнаружил взрывчатку. Я везде. Приготовиться. Я сверху. Почти будешь сидеть? Сверху уже сюрпризы приготовил. Аккуратно. Пойди. Это говно, почему ты топ не ломаю? Что могут? Е, три этих тут. Тачка в мейнг зал заехал. Они с одной стороны все просто. Пятеро с одной стороны. Один запрыгнул. Откуда? Здесь он. На Б план запрыгнул уже? Чё? Не-не-не, это броня. И на Б, а на... Игорь, у тебя должен быть. В смысле? Не, у меня, у меня. Ты кого убил? Узбагоил. Ну, твоего. Не, у кого убил, там еще один есть. Серьезно, блядь? Там блиц идет, блиц. Я понял. Я думал, блядь, у тебя один. Можно сказать, где блиц, а не вон там? Наверху. Там, где... Не помню, как комната называется. Где рояль в этот диванчик? Ты заманал. Сейчас какой-то пульс какой-то. Придурок. Тоже? Здорово. Там еще один наверху был на крыше. А курительная комната, да-да. В голову влетел. Задание выполнено. Ну что, я за всю раунд не сдвинулся с места ни на секунду. А, это грамотный подход. Матчпоинт. Бля, мне сегодня снился какой-то кошмар. Прям смачный такой со скримерами. И причем он повторялся раза 4 подряд. Прям раз за разом на репитер. Повторяется. Нет. Раз, повторяется несколько раз. Потом я просыпаюсь, смотрю на будильник, я спал всего час, блядь. Пиздец, я охуел, как время летит. Что-то жестко. Ну, там была, снилась какая-то хуйня. Как типа я что-то смотрю в окно, потом поворачиваюсь, резко передо мной какая-то хуйня с черным лицом начинает меня ебашить ножом. Вот такая прям жесткая. Нужно отыскать заряд. Что-то реально жестко прям. И она на повторе. Каждый раз, то есть я забываю, что это происходило. Опять я иду, смотрю в окно, и опять эта хуйня повторяется. Наверху они. И внизу. Я лучше не спал. А ты умён во сне, да, Игорь? Ты постоянно шел к одному и тому же окну. Ну, я типа забывал об этом, то, что что-то будет. Нашел. Рук святых хомич. У вас еще 10 секунд. Кого-то неожиданно удивится. 5 секунд. У них доктор есть. А болит? Куда вы свернуете активатор? Местонахождение заряда известно. Что там бабу заставили? О. Как я ему не дал? Просто попадать надо сразу. Жиза. Второй, наверное, лежит и смотрит на руф. Наруто? Наруто так в точке. Джимсон, не бегай так. А тебе нужна эта камера, что ли? Боб не дал. Так сучи-то надо забрать, вдруг поможет. Пойду флехи не кидаю. Может не надо? Первая пошла. Вторая. Пошла. Отлично. Так, один около шкафов стоит. Смотрит. А там нет никого? Проверим. Слышите, в холодильнике вообще никого?
Да, там есть чел, у него там щит еще. Там рук. Можете чекать одну камеру, ребят? Слышите? Одну камеру, можете чекать, в окна залезли? Давай. Один на полетел. Чекают вот он. Остается так же? А, че у тебя слева? Блядь, серьезно? Он вышел в момент, когда ты вышел. Это еще было. Ему не дал. Там на планете чел. Дерьмо. За щитом сидит чел. Сейчас, если получится, да, он не ну, ты же должен гореть, Питер. Как он... Нафиг. Не смотреть. Запущу бота. А он выбежал из-за щита. На планете за... Под окном сидит чел. Не, хил, то есть со мной это происходило? Он пробил. С ножа? Так, все, я понял. В момент, когда меня ебашит с ножа, у меня чувство, как будто это уже было. Ты понял. И потом опять все заново циклится. Че не перезарядился? Я уже магазин вставил. Короче, я пошел, межгами я попер. Знаете, флеш? Ой, я это. Да как они в смоук убивают? Я ебал их в рот. Видел такой видос. Никто сломать не может, я сломал. Там все тот, тип тот же стоит так же, он краулит мой плент. Между шкафами стоит. Под тобой. Стоит все еще. Димсон, ты ворвешься? Я справа, стой, справа я между шкафами стоит. Чекает тебя еле-еле. Короче, там сидит за щитом по-прежнему. У тебя есть флешки? Да, короче, я кидаю ему флешку. Давай сразу пей. Поехали. Еще в комнате с моей машинкой рук, по-моему. Или где-то тут рядом, не знаю. Да-да-да, в углу, в углу. Ага. Блять, в углу прям метку дал. Ребят, 10 секунд вас. Бегите. С 8. Все еще в углу. Все еще там. Еще, еще. Хорошо, боже. Победа. Противник нейтрализован. Откуда там фрост вообще? А, это неизвестный противник был? Понял. Хоть попал ему. Это был... Это как раз фрост был. Не благодарите. Не, хил на эшке я не играл, я ебашил на айкюшке.